Андрей, как ты оцениваешь конкуренцию в становой тяге на битве чемпионов 2013 года? Ну и будет ли побит на битве рекорд Эд Коэна? Ну, в этом году, наверное, битва была самая тяжелая. Ну, в принципе, была еще первая, как бы довольно. Ну, последние два года, как бы, наверное, было все-таки, ну, менее конкурентно. В этом же году у нас собирается немало людей, причем самое главное, что все примерно равны, равные веса, равные весовые. Так что, наверное, ну, тут даже сложно спрогнозировать, что может получиться. Ну, а на рекорд Коэна, я думаю, что есть не один, не два претендента, а там уже, ну, честно, даже не знаю, как получится. Какой день был, какая штанга будет. Помост покажет.